Я родился 25 декабря. Также в этот день родились Энни Ленокс, Костя Кинчев, Лёва Оганесов. И 25 декабря 1946 года впервые в Курчатовском институте провели управляемую цепную реакцию деления урана. Это был первый шаг к использованию мирного атома. Отличный подарок нам на день рождения. А если у вас интересные истории? Если да, снимите небольшое видео, и у вас появится шанс стать частью большой семьи Росатома. Станьте участником конкурса «Атом рядом», а условия и подробности вы узнаете на сайте atomrядом.ru. Рок-н-ролл!